Канализационные очистные сооружения в Саках строят по уникальной технологии, которую впервые применили на полуострове. В двух словах, принцип работы заключается в том, что система насыщает ил воздухом. В такой среде будут жить специальные бактерии, питающиеся нечистотами. Компактная система резервуаров сэкономит площадь. Решен вопрос со специфическим запахом. На косах будет все автоматизировано. Производительность новой станции будет 25 тысяч кубических метров в сутки. Кроме того, на новых очистных сооружениях появится возможность регулировать объем очистки сточных вод. Строительство ведется в две очереди, в том же месте, где расположены старые сооружения. Первую очередь уже завершают. Здесь предусмотрена механическая очистка сначала сточных вод, дальше биологическая очистка сточных вод. На данный момент мы находимся с вами в Аретенке. Уникальность этого сооружения составляет в том, что это объединенное сооружение. Также здесь для удаления запахов предусмотрена система газоочистки. Очистные сооружения начали возводить еще в 2016-м, но первый подрядчик не справился с поставленной задачей. В 2019 году строительство возобновила уже другая подрядная организация. Строители возвели три резервуара. Всего их будет пять. Территорию уже начали благоустраивать. Работы в производственном здании. Заканчиваем технологические трубопроводы. Запуск планируется первые 5000 кубов, потом вторые 5000 кубов и до конца. Запуск планируется 1 июня. Передача в воде Крыма. В рамках федеральной целевой программы на реализацию масштабного объекта выделили почти 1,5 миллиарда рублей. Строительство КОС планируют завершить до конца 2021 года. Гузель Мамбетова и Алим Сейдалиев. Телеканал Миллет. Саки.